Какие кактусы самые известные? Ну, наверное, все-таки это опунция. Вот она, посмотрите. Наверное, помните по подоконнику в кабинете математики или в поликлинике. Вот такие вот опунции любимы были, любимы в разных учреждениях. Во-первых, это такое антивандальное растение, то есть ни один ребенок его не будет ни трепать, ни рвать, потому что очень колючее на опунции такие вот мелкие-мелкие иголочки, называются глохидии, то есть вопьется, потом намучитесь. Вот такая вот она опунция. Вообще родом опунции из Мексики, но растут по всему миру, и в Индии, и в Австралии сейчас растут. Кстати, у нас в стране тоже где-то на югах можно вырастить опунцию, вот я ее глажу. Потому что есть достаточно морозостойкие виды. Вот это сейчас мы с вами смотрим опунцию на побережье Турции. Растет в открытом грунте. Очень такое крупное растение, просто настоящее дерево. Вот так вот цветет опунция, достаточно красиво, нектар собирают. А вот это плоды, за что опунцию и ценят. Едят в свежем виде, в переработанном. Ну, я пробовал только в виде варенья. Ну, скажу так себе, малиновое и клубничное, оно, конечно, вкуснее. Ну, опять же, дело вкуса.